Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня я вам покажу очень вкусное, недорогое, красивое, полезное и очень бюджетное блюдо на Новый год или на каждый день. Это куриные рулетики из грудки. Для этого блюда нам надо филе грудки, ветчина 3 кусочка, где-то 60 грамм, сыр 100 грамм, зелень, петрушка, укроп, банка кукурузы и рис. Можно белый, можно бурый, можно коричневый, какой вы любите. И зелень салата. Для соуса нам надо соевый соус, винный уксус, чили перчик, чеснок и оливковое масло. Напишу сейчас вам стоимость этого блюда на трех человек. Я беру грудку, которую продают не по отдельности, а в целой курице. Так получается гораздо дешевле. Когда разделываю курицу, грудку оставляю. И из остального готовлю другое блюдо, а грудку убираю в морозильник. В этом случае 500 грамм грудки стоит всего 80 рублей. Ветчину я беру в магазине. Прошу нарезать на кусочки. В этом случае кусочки получаются тоненькие. Это более выгодно. И сворачивать, и резать мелко. В рулетах она вообще очень хорошо сворачивается, не ломается. Итак, 3 кусочка нам нужно. Это стоимость на 20 рублей. При цене ветчины в 300 рублей килограмм. Банка кукурузы стоит 56 рублей. Салат в горшочке 50 рублей. Я взяла сыр белорусский. Стоимость 300 рублей за килограмм. Нам надо 60 грамм. Итого сумма 20 рублей. Итого это блюдо выходит нам в 230 рублей. Блюдо на 3 человек. Стоимость 75 рублей порция. Приступим к готовке. Сделаем соус. Наливаем 3 ложки соевого соуса, 1 ложку винного уксуса, 1 ложку оливкового масла. Все перемешиваем. Добавляем перец. У меня смесь перцев. Далее режем чили перец. Туда же он идет. И еще раз все перемешаем. Потом мелко нарежем чеснок и добавим его тоже в соус. Делим грудку на 3 части и отбиваем. Я это делаю в целлофановом мешке. Доска при этом не пачкается, грудка остается целым куском и очень хорошо она отбивается в большой пласт. Потом эту грудку мы смазываем нашим соусом. Натираем сыр на крупной терке. Мелко нарежем зелень, укроп, петрушку. Берем пласт, раскладываем его на доску. На него кладем кружок ветчины. Сверху посыпаем сыром, далее зеленью. И все сворачиваем в рулет. Потом этот рулет тоже нужно сверху помазать соусом. Если это блюдо вы будете делать на Новый год, лучше приготовьте как полуфабрикат его заранее. Он лучше пропитается, в холодильнике настоится, соус в него впитается, и он будет более сочный и очень вкусный. Жарится он очень быстро. Где-то на раскаленной сковородке его пожарить можно за 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Поэтому подавать вы можете непосредственно за 5 минут перед подачей блюда. На гарнир к таким рулетикам можно подать рис. Я люблю и коричневый рис, и темный рис, и бурый рис, поэтому варю всегда разные сорта риса. Можно рядом положить вареную кукурузу, это будет красиво выглядеть.
и недорого, и листья салата. Это очень красивое, вкусное блюдо. Еще раз скажу, что оно недорогое, подойдет на любой праздник и на каждый день. С вами была я, Елена Шмелева, на канале «Готовим и едим дома». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Всем пока!